Диана, я очень рад, что ты все-таки пришла, но так как это наша первая прогулка, я решил выбрать необычное место. Вау, мне уже интересно, а что за место? Увидишь, идем. И пропадает в миллионах навек, когда о, да, это моя любимая песня. Человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Задержи дыхание на миг, ощути, какая глубина в моей голове идет. Дэн, мне пора на тренировку. Я как-никак хочу выиграть. Хорошо, тогда спасибо за вечер. ФФФ, ты действительно хочешь тренировать Диану? Нет, конечно, я просто хотел ее денег. Давай ты не будешь ее тренировать и потом выигрыш разделим между собой, брось эту Диану. Хорошая идея, завтра скажу, что у меня другие планы. Окей. Они решили меня подставить. Ну ничего, я сама буду тренироваться. Почему ты не на тренировке? Скоро буду. Ну что, начнем? Ты совсем считаешь меня за дуру? В смысле, что случилось? Я все знаю, все ваши чертовы планы с Митти. Тебе вообще не стыдно? А ты как думала? Ты за все эти дни ни разу не помог мне. Только кивала, якобы все хорошо. Чертов хореограф, я больше не имею никакого желания тренироваться с тобой. Не любишь, когда крестятничают за спиной, а сам не лучше. Знаешь что, ты мне не мамочка, чтобы раздавать советы. Я был уверен, что ты не выиграешь, потому что с твоими-то навыками. Да как ты смеешь мне это говорить? Убирайся из студии. Как скажешь, мы с Митси займем первое место. Удачи. Кис-кис, я по жизни оптимист. Потерял ее вчера, но сегодня с ней взвесь. Я кис-кис, чтобы найти компромисс. Быстро уползает вниз. Поманил ее кис-кис-кис-кис-кис. Она уползает вниз-вниз-вниз-вниз. Все ее подруги близко, они тронут этих мисс. Не любят только виски, но услышат только свист. Поманил ее кис-кис-кис-кис-кис. Она уползает вниз-вниз-вниз-вниз. Все ее подруги близко, они тронут этих мисс. Не любят только виски, но услышат только свист. Поманил ее кис-кис-кис-кис. Диана, привет. Ты меня напугал. Привет. А почему ты одна? Мои друзья, если их можно так назвать, решили меня кинуть, испортить мне танец, а потом разделили деньги на двоих. Это ты перед ними шла извиняться? Я не сказала, но да. Что ж, понятно все. Я верю в тебя, у тебя все получится и без них, они не друзья. Спасибо. А ты прикурила Мальборо.